Всем привет, я Юрий Мунк, и сегодня я вам расскажу последние новости о коронавирусе в Испании. Поехали! Государство Испании ввел новый закон, что дети уже могут играть на улице. Но не все так просто. Дети до 6 лет могут играть с 12 до 2 часов только со взрослыми. Дети от 6 лет до 16 лет могут играть с 4 до 6 со взрослыми также. И дети от 16 лет до 18 лет могут с 6 вечера до 8 вечера играть на улице. Но нельзя пить, кушать, нельзя это делать. Нельзя больше 10 минут общаться с другими детьми, и только на расстоянии 2 метров. Все парки также закрыты. Ничто, никакие горки, никакие аттракционы, ничего это нельзя использовать. Все это закрыто. Я вам покажу картинки, вот эти. В связи с коронавирусом в Испании детские площадки все закрыты. Вот так они перегорожены. И ни одной души, ни одного человека на улице. Вот эта дорога в туристическом городке Арчена. Здесь всегда гуляют много людей. А сейчас ни одного человека. И все закрыто. Вот такую картинку рассылает социальная служба. И что я вам хочу сказать? По показателям, когда все сидели дома, никто не работал, ни фабрики, ни конструкционные, ни строительные какие-то организации, уже шло на уменьшение. Было всего лишь 800 зараженных. Как только начали работать фабрики, стройки и другие предприятия, стало все хуже, стало больше зараженных. На данный момент каждый день растет. Было вчера 6 тысяч зараженных, сегодня уже 7 тысяч зараженных. Куда мы катимся, я не знаю. Почему опять детей они выпускают, если больше зараженных? Почему это они разрешат, это государство? Я не знаю, посмотрим, что будет дальше. Государство Испании настаивает, чтобы детей вывозили куда-то в леса, в парки. Именно не в детские парки, а вот парки к морю куда-то. И именно там к дедушке, к бабушке, на кампо, какие-то деревни. Вот, потому что, чтобы было меньше общения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Мир!